Дорогие друзья, всех мы вас приветствуем на нашем канале «Инвалидные коляски». Сегодня мы едем на тест-драйв двух колясок от Тобок. Это коляска C1000 и коляска B500. Сейчас у нас остались последние приготовления для выезда. Подкачиваем колеса. И поедем мы в город Королёв. Наш клиент предпочел протестировать данные коляски у себя на дачном участке. B500 у нас 2019 года коляска с креслом Рикара. И коляска C1000 2006 года. Они в идеальнейшем состоянии. Как вы обратили внимание, на обеих колясках присутствует сиденье Рикара. Это было пожелание нашего клиента для удобства. Здесь на C1000 установлен модуль Enable 50. Это цифровой экран для управления всеми регулировками. C1000 присутствует электрорегулировка угла наклона сидения и спинки. Так же, как и у коляски B500. Тоже электрические регулировки угла наклона сидения и самой спинки. Для клиента это немаловажный фактор. Все, наш специалист Артем подготовил коляски для последующего показа. Как вы видите, у нас место дислокации поменялось. Мы переехали на новое место. Вот наш магазин. Находится по адресу Реутов, улица Октября, 48. Сейчас мы все подготавливаем для того, чтобы вас принимать в магазине. Здесь есть место, где можно, в принципе, тестировать коляски. И самое главное, здесь есть пандус. Так что, дорогие друзья, приезжайте к нам. Доступная среда имеется. Здесь мы в скором времени еще повесим вывеску. Так что без проблем нас можно будет найти. Въезд у нас со стороны дороги. Также очень удобно. Вот отсюда можно заехать. И сразу welcome к нам в магазин. Ну что ж, поехали загружать коляски к нам в автомобиль. Коляски загружаются у нас по специально оборудованному пандусу. Так что, друзья, у нас есть такая прекрасная услуга, как тест-драйв колясок. Проводится она у нас по Москве, по Московской области. Также мы можем выезжать в любые другие города. Конечно, удаленность от Москвы не должна быть не очень большой. Оставайтесь с нами, как приедем на точку назначения. Артем снимет, а дальше будет продолжать видеообзор по самому тест-драйву. Посмотрите, коляски у нас тут фиксируются на ремне безопасности для того, чтобы никуда не уехали во время перевозки. Все безопасно.
Все, друзья, оставайтесь с нами. Обзор будет продолжаться уже с места нашего клиента. То есть налево, вправо. Вот. Оно, в принципе, на месте. Тут система, как у танка гусеница. Одна стоит. К нам, конечно, обращайтесь. Мы своих не бросаем. Коляски хорошие, немецкие, качественные. Вот. Так, а вот эта сидушка чуть ниже опустить. А, тут максимальная скорость. А как ее уменьшить? Они крутятся на месте. А там тоже есть. Олег Юрьевич, ну вот сегодня вам привезли две колясочки на выбор. B500 и C1000 вот табок. Выбрали вы все-таки C1000. Да. Вот как вообще ощущения? Ну, в общем-то, коляски хорошие, обслуживание хорошее, мне понравилось. Вот, так что рекомендую всем пользоваться этой фирмой. И цены более-менее. Спасибо.